Телеканал ЛРТ – главный телеинформатор городского округа Люберцы. В период пандемии COVID-19 команда ЛРТ работала в усиленном режиме – 24/7. Мы были рядом, чтобы в сложный для всех период у люберчан была возможность своими глазами увидеть, как проходила борьба с коронавирусом, как жил округ в период пандемии. Съемочные группы трудились в эпицентре событий, снимали сюжеты о волонтерах и донорах, о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, о люберчанах-благотворителях. Конечно, больше всего информационных сюжетов было посвящено медикам, которые спасали жизни вне графиков, на пределе человеческих возможностей. Пандемия внесла коррективы не только в жизнь люберчан и всех россиян, но и в сетку вещания нашего телеканала. С учетом запроса от наших зрителей мы сняли несколько новых телепрограмм. «Активное долголетие для тех, кто дома». Этот проект был создан с заботой о старшем поколении. Программу снимали в период пандемии. Зрители 65+ остались без привычного общения со своими сверстниками. Но мы всегда рядом. По просьбам бабушек и дедушек творческий досуг перешел в онлайн-формат. В адрес программы поступили многочисленные отклики зрителей с благодарностью. Мастер-классы по йоге, рукоделию, рисованию, актерскому мастерству и бальным танцам наши уважаемые пенсионеры смогли продолжить в безопасном для себя режиме, не выходя из дома. Если вы знаете пожилого человека, который не может по каким-либо причинам выходить из дома, но давно хотел разучить движение танца ча-ча-ча, нарисовать городской пейзаж или научиться вязать прикроватный коврик, передайте ему ссылку на страницу программы «Активное долголетие для тех, кто дома». Люберцы – территория спорта, и самоизоляция не должна помешать здоровому образу жизни. С таким запросом к нам обратились спортсмены-любители. Наш ответ был – мы рядом. Так появилась программа для домашних занятий фитнесом. Съемки проходили в условиях, приближенных к бытовым. Инструкторы подобрали такие упражнения, для выполнения которых хватит 2 квадратных метра. В качестве инвентаря предметы, которые есть в каждой квартире. Швабра вместо гимнастической палки, гантели заменили ведрами, пригодились даже домашние тапочки и подушка. В спортивной программе утренняя зарядка, функциональный тренинг, бодифлекс и стрейчинг. Домашний тренер не даст лениво валяться на диване. Не верите? Проверьте сами. Чтобы досуг люберчан был интересным, а новости оперативными, во время самоизоляции команда телеканала ЛРТ сделала все и даже немного больше. Мы рядом с жителями городского округа Люберцы. Это не громкие слова. Это наше призвание. Это наш образ жизни. Телеканал ЛРТ – участник премии губернатора. Мы рядом. Чтобы проголосовать за наш проект в разделе «Участник», укажите Екатерина Дегтярева. Зарегистрируйтесь на сайте. Голос учитывается только от авторизированных пользователей. Поддержите любимый телеканал. Мы рядом.